Всем привет! Сегодня мне нужно изготовить кольцо, наружный диаметр которого 210 мм, внутренний 182 мм и толщина этого кольца 6 мм. У меня есть диск, вырезанный из десятки. Я его буду устанавливать на фрезу. И всю эту работу мне нужно будет сделать за одну установку, потому что толщина диска незначительная. И вряд ли я смогу его потом повторно установить для того, чтобы выполнить ту или иную обработку последующую. Поэтому я очень прочно сейчас его установлю. Первое, что мне нужно будет сделать, это обработать наружный диаметр. Как я уже говорил, 210 мм. Сейчас диаметр 222 мм. Для обработки наружного диаметра я буду использовать подрезанный резец Т5К10. Но это не настоящий подрезанный резец, он переточен с проходного упорного. Заднюю бабку придвинул максимально близко, поэтому приходится манипулировать кареткой. Бабку придвинул, чтобы уменьшить вылет пиноли. Обороты 400 много. Остановлюсь на 120 оборотов. То есть диск кривой. На моем станке установлены УЦИ, устройство цифровой индикации. Это очень удобно, я всегда его использую. То есть в первую очередь, когда я обрабатываю детали, я привязываю инструмент. Так, 215 и 4. Второй инструмент, X, 215.4.
смены инструмента. Я не напрасно выбрал при обработке наружного диаметра поперечную подачу, потому что при продольной подаче, вы видели, удар шел от диаметра 227 до диаметра буквально 218 мм. То есть очень велик риск, что на продольной подаче резец скрошится, даже несмотря на то, что он Т5, К10. И кроме этого, время. Теперь мне нужно обработать линейный размер. Так, ну сначала я тот торец обработаю. Для этого у меня есть подрезной левый. Судя по маркировке, ВК-8. Ну, в принципе, выбора нету, поэтому левые резцы очень редко заказываем. Вообще я не заказывал ни разу левых резцов. Наверное, все-таки нужно заказать. Мне нужно будет обработать сейчас торец. Так, если 10, то я оставлю припуском 2 мм. Ну, по 2 мм сниму с обоих торцов. Поперечная подача, разумеется. Я сразу привязываю также этот инструмент. Третья у меня позиция будет X211. А для того, чтобы при торцевании этот диаметр был у меня меньше 182. То есть где-то на 175 мм я его проточу. Миллиметр еще могу взять 7 миллиметров.
Чем? И вы наверняка обратили внимание, что по наружному диаметру я оставил припуск 1 мм. Но это на всякий пожарный, как говорится. И сейчас я этот миллиметр проточу. Подрезы мне больше не нужны. Снимаю фаски. И теперь самая ответственная работа – это внутренний диаметр. Всегда эта процедура непредсказуема, но в этот раз я буду использовать вот такой вот рубец под типа лабиринтового. Так, его точно так же я привязываю. Работаю на ручной подаче, потому что при таких работах я механической подаче не доверяю, какой бы маленькой она ни была. Все, прорезал, аккуратно вывожу. Деталь нагрелась. Поэтому перчатки. А это еще куда-нибудь пригодится. Но вот здесь заусенец вручную снимется. И контрольный замер. Увидите, нет. 182 мм. Наверное, вряд ли увидите, потому что отсвет. Но можете поверить. Все. Вот такая вот, в принципе, простая работа. И все получилось с первого раза. Все, всем спасибо.